Паджеро спорт новое, натюкали заднее крыло. Вот такие тут дефекты у нас. Работаем холодной клеевой системой Медиар. Микс Юрия Борисовича Петренко, жидкий терминатор. Приступаем к работе сейчас. Попробуем холодным клеем понизить до талого. Все приготовлено. Вот этот мощняцкий сюда раз. Алга. Люльку от мотоцикла не сделал? Давай сразу верхнюю. Нормально? Да. Вообще давай, шишка. Давай сразу в это. Следующий. Тянет как паровоз. Ну, чуть-чуть подержи. И сразу с разгоном. На. Во, аж что-то посыпалось с машины. Опять плюс. Красота. Давай вон туда. Вот это? Да. Видите, ребята? Не обводи, клей сразу. Да, лучше всегда точку касания отметить, чтобы не промахиваться. Это же не сложно. Зато гораздо веселее и безопаснее. Опять вот сюда раз. Паджеро металл добрый, но тянет вот этот клей с этой системы. Молоток здесь такой огромный, четкий. О! Ну что? Ну теперь забиваем. Три вмятины таких нормальных, все в плюс вытащил. Сика маразота бомба, бомба. Молоточек дуб-дуб-дуб покажем. Так, сейчас еще один проход будем делать. Плюсики обстучал, идем дальше.
Обсадил, вот второй проход сделал. Ты снимаешь? Колян занят там в классе. Сейчас опять обсажу, еще проход и все. Только холодный клей и молоток. Вот в таком сейчас состоянии. И сейчас сымитируем здесь то, что было. Поехали. Вот два прохода сделал клеем молоточками. И финальный проход, здесь уже блички остались. Один холодный клей миллиард идет. И молоток с пробойником. Ну, Колян пришел мне с ним, помогает. Сейчас пробежим еще раз. Ой, что такое, клей мощный или поджара тонкая? Коляныч, я думаю, что все-таки клей медиар мощный, поджара спорт новая, как была, так и осталась. Ну смотри, вообще, ни крючки не толкал, ничего, тут фару то разбирать, там доступ сам знаешь какой. Блин, одним клеем. Три прохода. Вот все сейчас. Финишная очистка. Коляныч там поснимает. И пошел теперь на осаживание. Один лучше беру, чтобы не легче было. Ты показал, какие плюсики? Да. Ну все. Тут можно в одну руку долбать. Но что-то я не хочу понты колотить. Я по-стариковски вот так вот быстренько с забестом. Финиш. Все любят финиш, чтобы мы показали. А то говорят, покрасили, вот он. Три парохода клеем. Молоточек. Что-то мне последнее время вот так нравится добивать. Холодный клей Медиар, молоток ЗБ, стиммер, жидкость и фен. Вот такой результат, ребят, по времени час. Вообще быстро, четко. Клей мощный. В системе Медиар вот такой лайфхак. Виноградную косточку в теплую землю зарос. Запутанные. И вот этот для града, как все любят. Че хорошо, в запутанных клей никогда не тянется. Он щелкает и все, и на адаптере остается.
Вот такой результат. Всем удачных работ. Мы на связи.